Дорогие друзья, интернет-издание газеты «Садовод» поздравляет всех православных христиан со светлым праздником Воскресения Христова. Пусть этот волшебный праздник принесет мир на нашу планету, наполнит жизнь всех людей радостью, светом, теплом и душевным покоем. От всей души желаем вам мирного неба над головой, здоровья, любви, семейного счастья, а главное – жить с Богом, где нет места войне и ее пропаганде, где нет места злобе, ожесточению сердец, зависти, где царит любовь, свет и мир. И, конечно, нашим дорогим садоводам желаем богатого урожая, цветущего сада, и чтобы труд на земле приносил радость. Христос воскресе!